Я все время продолжаю говорить, в этих ваших уравнениях, дорогие, Курцвейлы, Тимы Куки, Брины и же с ними, и все правители и так далее, отсутствует самое главное звено. Вы не понимаете, что такое человек, вы не знаете, как он на это среагирует, вы не понимаете, к чему это приведет. Но вам это сейчас неинтересно, потому что вы заняты тем, кто из вас станет царем горы. Это неплохо понимает Китай, но очень понимает это в своей манере, что такое человек и как нужно организовать деятельность для того, чтобы он там выполнял им все нужные коммунистической партии задачи.